Сейчас проблема с парковками в Одинцово стоит очень остро. В городе проживает почти 148 тысяч человек. Уровень автомобилизации 455 машин на 1000 жителей. В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Удобная парковка» в Подмосковье предусмотрена организация бесплатных парковок. Сейчас проект находится на стадии разработки. К сентябрю его обещали закончить. Наша задача сегодня в нескольких муниципальных образованиях, в том числе в Одинцовском муниципальном образовании, определить так называемые очаги проблем с парковочным пространством. В нашем понимании эти очаги подразделяются на несколько категорий. Власти района тоже не бездействуют. С конца 2015 года на центральных улицах города можно парковаться только после 17:00. Нарушители увозят эвакуатор. Также построены 2 многоуровневых паркинга. Оборудованы 2 площадки с плоскостными парковками. Таким образом, удалось создать свыше 2000 новых машиномест. С одной стороны, в соответствии с поручением главы района, мы стараемся на улично-дорожной сети наводить порядок путем введения, во-первых, ограничений по остановкам по центральной части города, созданием карманов заездных. С другой стороны, вся та часть, которая притягивает у нас в дневное время в офисную часть города, она заполняет те дворовые территории. В Одинцовском районе работа ведется по 3 направлениям – создание экопарковок во дворах, оптимизация промзон и организация новых машиномест вблизи мест притяжения людей. Всего в результате оптимизации в Одинцово возможно создать еще свыше 1500 парковочных мест, но и этого недостаточно. Глава района считает, что необходимо создавать достаточно парковочных мест и в новых жилых комплексах, как вариант строить многоуровневые парковки. Самое главное, я услышал потенциальный путь решения. Осталось только его обличить в нормальную форму, которую можно презентовать. После совещания министр транспорта осмотрел парковки на станции Одинцово и в Новой Трёхгорке. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».